Смотрите, какой подарочек неожиданно вместе с очередным номером подарил мне еженедельник «Теле7». Доброе утро, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет, и программа «Нам пишут». В Алтайском крае намолотили 3 миллиона 11 тысяч тонн зерна, пишет Политсибру со ссылкой на Главное управление сельского хозяйства края. Более 1,5 миллионов тонн в этом объеме урожай пшеницы. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем уборочном сезоне темпы работ интенсивнее, опережение по площади уборки 700 тысяч гектаров. В конце мая уральские авиалинии возобновили прямые рейсы из Барнаула в Санкт-Петербург, пишет журнал «Автограф». Планировалось, что полеты будут совершаться дважды в неделю только до конца сентября. В итоге авиакомпания приняла решение сделать рейс круглогодичным. С 21 октября улететь в Петербург из Барнаула можно будет в среду и субботу. Который день в сети не утихают споры о туристической эмблеме Барнаула, которую презентовали на дне города 5 сентября, пишет «Комсомольская правда». За это время появилось множество пародий на нее. Большую часть из них сделал местный блогер и дизайнер Юрий Красильников. «На мой взгляд, эта эмблема недоразумение», — говорит он. «Медведей у нас, отродясь, в городе не было. Может, только тогда, когда первые люди пришли. Понятно, что есть известный плакат Целовальникова с медведем в городе. Он давно так пошутил, но посмеялись все». А вот руководитель студии Snow and Snow Design Сергей Кирлица считает, что сама концепция новой туристической эмблемы неплохая. «Этот знак наиболее приличный за последнее время среди брендов Алтая и Барнаула», — говорит Кирлица. На прощанье анекдот от Теле7. Стая комаров украла из поликлиники список доноров с адресами. Увидимся завтра утром. Счастливенько. Целую.